2-2-3-3, прием, город Саранск. Мы снова на связи. Трям, здравствуйте. Я сейчас попробую сделать, чтобы нас ветер не сдувал. Вот так, наверное, сделаем. Давай вот сюда. Вот. Я тут искал очень много мест, где ветра нет, но надеюсь, нас будет слышно. Итак, первая серия. Мы летим на Новосибирск, мы об этом ранее уже говорили. Мы вам покажем ту секту, то ядро секты. Бойтесь, о котором не смотрите. Вы говорите. А тех, кто реально мыслит и здраво... Как, не знаю, ну как это сказать? Лучше? А тех, у кого есть здравый смысл в голове, приглашаем с нами в поездку на наше производство Siberian Wellness, на посадку 25 гектар тайги. Кстати, компания выкупила это право. Для того, чтобы сажать деревья, нужно выкупать эту возможность. Компания в этом году 25 лет, и мы сажаем 25 гектаров кедров. В общем, вы с нами пробудете почти целую неделю, и мы еще снимем Икеи Новосибирск. Да. Поэтому мы покажем вам, даже сделаем, наверное, отдельное видео, само производство, как это все делается и из чего это делается. На какой коленке. Да, и наконец-то мы вам в конце концов ответим, что это такое БАТ. Да, и вообще, какого лихого мы здесь забыли? Да, вот наш маленький, но гордый аэропорт. Прогуляйся, покажи пока. Люди давно просили обзор по Саранску. Поверни, покажи, смотри, какая даль. У нас простор очень много. Ну, это просторы, у нас небольшие просторы. Вот где вот там спойлерну немножко. Мы когда прилетим, мы вам кое-что покажем. Вон где-то вот на этом горизонте. Ну, что интересного. Да. Мы там будем тоже снимать отдельную серию влогов. Но пока говорить не будем. Но в конце концов вы добьетесь своего. Мы снимем. Ну, не знаю, да. Вон там. Все. И так много сказал. Внимание, он немножечко переживает. И опять лететь. Он никак не привыкнет, что у него изменилась жизнь. И для того, чтобы куда-то перемещаться, не всегда машина помогает. До Новосиба ехать, блин, неделю. Я согласен. Пошли в аэропорт. Может быть, этот проводку небольшую садить, чемодан не могу. Кстати, чемоданы двумя киевские. Сюда уместились все вещи. Наши на 2 дня. На неделю по весу. Общий вес 16 килограмм. Вот. Ну, ветер сдувает, я чувствую, там микрофон у меня сейчас с ума сойдет. Давай внутрь зайдем и продолжим. Благополучно долетели до Москвы. Ну, вы это видели уже, как я немножко кадров ставил, как мой взгляд и посадка. Я очень переживала, что мы не успеем зарегистрироваться. Объясню почему. Ребята сразу зарегистрировались на рейс. А мне говорят, а вам шиш. И я Диме говорю, Дима, если что, ты летишь без меня. Он не хочет без меня лететь, но мы успели. Ну, пойдем на второй этаж. Ну, пойдем. Мы уже зарегистрировались? Да, вот. Thank you.
Прежде чем вылететь в Новосибирск, мы посетили ресторан под названием... Слушай, его знает? Паприка. Нет, что-то как-то по-другому называется. Паприка? Знаешь, паприка. К чему я все тут веду диалог? У меня в Москве в торговом центре... Европейский. Европейский. Накормили обычной водой за 650 рублей. Да. Теперь я испытываю судьбу и заказал вот такую воду. В конце трапезы мы узнаем цену этой бутылочки. Судьба меня не учит, да? Так, барабанная дрожь. Что там? Посмотрел там чек? Сколько вода стоит? Я ничего не знаю. Давай. Спагетти, овощи, цезарь. А вода стоит? Дань, ты покажем, чтобы люди увидели. Да он тебе. Я побил рекорды. Я побил рекорд. Смотри, Сан Бенедетто премиум 880 рублей. Теперь откроем небольшой челлендж, найдем, где вода еще дороже. Давай. Давай. Что, по чумку потратили? Я даже не посмотрю, сколько оплачивала. Кстати, так, сейчас мы нормально поели и идем уже на зал ожидания, да? Да. Переходим. Там еще покажу немножко самолетики. И мы в Новосибирске. Доброе утро. Пролетели. В Москве 2 часа ночи, а здесь 6 утра. Хоть у меня опыт небольшой летания на самолетах, но это сам был самый-самый неудобный самолет в мире. Да пойдет. Мне понравилось, как сел и взлетел. Да, а вот сиденье, вообще как на табуретке сидел 4 часа. Я измучился, честно слово. Вот на первом робусе мне больше всего понравилось. Мягенькое сиденье, удобное было. Всяко бывает, тоже ждем багаж в гостиницу. О чем мы хотим сказать еще? Раз я попробовал воду уже за 880 рублей, и мы решили поехать в гостиницу уже на бизнес-такси. Да ладно, на бизнесе я уже ездила в Казань, у нас просто в Саранске нет такси-бизнес. Вот и все. Это, кстати, очень удобно. Ну, сдаю, хоть почешусь, тебе камеру ты чешешь. И теперь мы, наверное, уже вам покажем гостиницу. Мы там немножечко сейчас отдохнем, умоемся, поспим и опять вылезем к ворот исследовать неизведанное. Нет, мы поедем прогулять в Новосибирск, это обязательно на встрече с партнером из Новосибирска. Не надо в меня тыкать. В общем, на встрече с партнером мы едем в центральный ЦОК, и нам надо купить резиновые сапоги для того, чтобы послезавтра сажать тайгу. Больше говорить не будем. Все. Мы в гостинице. Гостиница Данил. Мы заселились. Сейчас я вам покажу, чтобы не быть многословным. Вот тут мы. Шестой этаж. Номер на редкость. Кстати, это стандарт. Очень большой номер. Дима, это стандарт. Это стандарт даже? Это стандарт.
Нижний, у вас номера очень нет, цена очень маленькие. Сутки 4 звезды, цена за сутки всего 4000, но мы с ранним заселением взяли. А так как мы приехали на сутки раньше, соответственно, мы оплачиваем сами, дальше нам оплачивает полностью компания. Честно, мне очень понравилось. Вот мы подобный номер ищем в Нижнем, чтобы было рабочее место для меня, рабочее место для Димы, гладильная доска и утюг, потому что только в Хилтоне в Нижнем это есть. Во всех остальных местах нет гладильной доски. Для меня это трешак, я не люблю вот этого. А самое главное, пойдемте посмотрим сральник. Ну, кому шоу, саму расческа. Вот тут. Самая сия в святых. Даже со всеми... Кстати, очень непрактичная эта штука, стеклянная в ванне. Я не знаю, уборщицы, они с ума сходят каждый раз после того, как съезжают гости. Очень непрактичная стекляшка. А в целом мне очень номер понравился. Как я повторюсь уже, в Нижнем мы ни одну гостиницу не встретили с таким большим номером. Да. И за такие деньги. Да. Потому что в Нижнем, вот последний, где мы жили, Покровские ворота, Покровский посад. Да. А сутки были... Ну, у нас люкс был примерно такого же размера. Да, короче, люкс за 3 дня 20-ка. Вот. Это к тому, что во-первых, какой-то... Да. Давайте немножко покажем. Немножко покажем. Ой, как обидно. Чего? Окошко грязное. Грязь. Нас, кстати, спрашивали уже, я видела в этом, в описании, я там спойлернул чутка, как нам Новосибирск? У меня вообще, знаете, такое ощущение в душе трепетное. Сибирь. Это и Ермак, и Колчак, и Демидово. У меня аж вот внутри так все... А вот пока на такси мы ехали, я видел одни заводы, к сожалению. А я Реху увидела. Я не знаю, в каком такси ты ехал, но в том, в котором ехала я увидела все, что... Нет, ну мы через речку Обь, наверное, проехали. А так, вот чисто через вот этот индустриальный сектор. Ну да, мы через индустриальный район в центр приехали. Поэтому мы сейчас умываться, приводить себя в порядок, завтракать и вернемся, как только приведем себя в божеский вид. Вот с кем живем. Капец. Все, давайте не прощаемся. Дима отдыхает, а я тут одну барышню сейчас украду. Она сторис наберет. Погоди. Раз, два, три. А, вот эту барышню я сейчас украду. И мы с ней пойдем гулять. Она как легла, все, больше она не уходит. Как будто ее нет. Вы знаете, мы сейчас что идем обсуждаем? Мы идем обсуждаем, как помада на губах лежит. Вот кому что? Смотрите, какие красоты. Вот это я люблю больше всего, кстати, в отелях, когда есть антураж. Так, выход где? Ты навигатор-то хоть включи. Да ладно, не замерзнем. Вы знаете, что я практически профессионально умею подбирать гостиницы так, чтобы офис Сайберинга у нас был рядом, но чтобы настолько, это даже ближе, чем мы были в Казани. А, ну влог же по Казани я не писала. Вот он, наш один из корпоративных цоков на Ленина. Так, Светочка унеслась. А вот и офис. У нас тут сегодня встреча еще с партнерами. Слушайте, пока интересный город. Мне, кстати, эмоционально Новосибирск понравился. Посмотрим, как дальше будет. Мы пошли топ-топ. Свет, ты прям в корпоративном стиле. В цвет. Смотрите, какая красота. Это корпоративный офис. Здравствуйте. Ну что, друзья, мы увеличиваемся в геометрической прогрессии. Светик, Оксана, Юрьевич. Твой глаз не хочет обвалить. Юрий. Юрьевич, а? Вот, Юрьевич. Куда мы идем?
Оксан, куда ты нас ведешь? Выбирать ум. Кстати, Оксана у нас непосредственно из Новосибирска, а точнее из Бердска, куда мы поедем в сердце нашей компании, на завод. При этом она является подписчиком Пупро Икеи. Да. Это... А еще и партнером. Это к тому, что у нас партнеры во влоге попадают. Так, сейчас еще полезность расскажу. Уворачиваю глаз. Мы очень вкусно пообедали. Ресторан-амбар называется? Идете по Ленина, попадаете в амбар. О, безумно вкусно. Смежная кухня всех народов мира. Даже я, вредина, нашла там еду. Сытые и довольные, но, увы, фотографий, видео не будет. Ржут надо мной. Потому что мы настолько вкусно поели, что нам было совершенно не до видео, мы сидели, кайфовали. В общем, мы пошли искать резиновые сапоги, потому что без резиновых сапог по колено на пахоту, в тайгу, на посадке нас не пустят. Что купим, покажем. Не буду пугать новосибирцев камерой, мы потом пойдем дальше.